Всем привет, с вами я, Рома Скрас. Сегодня мы поиграем на Кристалликсе в режим SkyWars. Хороший нам дроп попался. Более-менее. Потому что если нам попадется еще перья, то мы сможем скрафтить лук. И, блин, нет. То есть лук скрафтить стрелу, блин. Запутался уже. Так, кирочка у нас есть. Да, хороший у нас дроп. С пивком потянет, раз, два. Поэтому все-таки стоит сюда пробраться. Враг не должен примкнуть сюда. А куда он делся? Странно. Кирочка, спасибо огромное. О, все, я смогу скрафтить лук. Со стрелами. Благодарю. Спокойненько. Вот это плохая ситуация. Очень чуть-чуть. Все, да, сразу приумол. Затих, я бы так сказал. Приутих. Так, все, надо дробить дерево. Тут таблички просто, они не мешаются. Заполняют инвентарь. Вот он там, в канаве в этой такой. Ты хочешь меня скинуть? Давайте пойдем. Достроим наконец-то мостик. Шифтит, смотрите. Шифтит говнюк. Что за фейл? Как? Где он? Опа-на. К-47. Пауэр один. И стрел. Ну все, круто. Стрел не надо крафтить, я-то думал. Фу, идти искать верстак и крафтить стрелы. А зачем? Опа. До свидания. Конь. Что ты мои стрелы фармишь, что ли? Своих нет? Ой. Упал. Он мне на пауэр один. Что делать? Победил. Ребят, круто. Так, мы продолжаем. Ох ты, ё-моё. Ох ты, ё-моё. Х2. Ну все, считайте, у нас уже есть лодки победа, если я не снублю, не ступлю. Алмазный меч это вам не железный. Ну, проще скрафт. Ну ладно, все. Угу. Так, лук у нас уже есть. Теперь стрелы. Стрелы. Стрелы у нас уже есть, все. Так вот. И хапчик. Все. Видим. А теперь осталось только победить самое такое тяжелое. Да зараза, как я не попал. Здесь. Да конь. Смотрите, он пошел быстро ломать блоки, знаешь? У него нет блоков, у меня есть время построиться, потому что он занят. Я буду, конечно, смеяться, если я сейчас сольюсь, как ланг. Так, тут никого нет, я рад за... Ой, глина, ну что за шлака? Так, кирочка железная, хорошо, дальше. Стрелы. Можем скрафтить. Опять же. И нужно уже простроиться к центру, чтобы взять этот супер-пупер лук. АК-47. Парень, ты нет значков или каких-нибудь говнях? Ты сольешься? Слезьте, пожалуйста. А, лол.
Так, стрел у меня теперь 6, мне это мало. Поэтому я строюсь к центру, чтобы взять еще стрел. Ну, сейчас меня может кто-нибудь скинет. Каким-нибудь образом. Надо быстрее забрать тот лук, очень хороший. Понятно. Ладно, вот такой был, такая были две игры прикольные. Я почти победил последнюю игру, но там, ну, конечно же, есть такие люди, которые крысят. Поэтому огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Ромас Крас. Обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем, репостим это видео в социальных сетях. Всем удачи и всем пока.